Всем привет, меня зовут Игоза, и сегодня в одном из симферопольских магазинчиков я встретил вот такую женщину. Ребят, я честное слово, никогда ничего не фотошоплю. Показываю реально то, что я либо отснял, либо сфотографировал. Почему сфотографировал? Потому что иногда в больших супермаркетах, да и вообще в магазинах охрана, она такая вообще бывает смешная. И как бы, его с улицы взяли. Он вчера был автослесарем, а сейчас как бы он охранник. Его с улицы взяли, он законов не знает, не читает. Стоять ему объяснять очень долго, время очень сейчас дорого стоит. Поэтому иногда лучше сфотографировать и не париться по поводу того, что сейчас он будет парить тебе мозги. Нельзя снимать. Ты почему снимаешь у нас в супермаркете? Я стоял в очереди, и передо мной стояла женщина. И я увидел. Ого! Вот так. Я достал фотоаппарат, сфотографировал, и было вот это. Прилепить себе на спину карман. Во-первых, для чего этот карман там, на спине? Не вот здесь, не возле сисечки, не вот здесь, не вот тут, где ты можешь спокойно достать на штанах, на заднице. На спине карман. Ладно, там бы была бы вот на лопатках надпись «Кинь копеечку». Ну прикол такой, знаете? Раз, кто-нибудь кинул копеечку, раз, второй кинул копеечку. И уже как бы денежка есть в кармашке. Ну прикол такой. Так это не прикол. Это на самом деле. Шла женщина в халате, в платье. И ровно посередине спины карман. Я бы очень хотел посмотреть со стороны, как она, например, покупает сок или какую-нибудь жвачку, да? Ей надо ее положить в карман. На спине. Вот так она тогда пытается положить. Он застегнутый на пуговицу, заметьте. Она пытается туда засунуть что-то. Не получается. Не может она засунуть. У нее же нету на затылке глаза. Она просит окружающих вас. Просит вас. Вы уже все стоите, снимаете на телефоны, на камеры, на все что угодно, как она просит вас. Вас просит, чтобы вы подсказали ей правее или левее. И тогда с вашей помощью она все-таки ложит в этот карман и застегивает его. Блять, она его застегивает. И как верблюд пошла. Одного верблюд. Карман наполняется и получается год. Я не хочу обижать вот это поколение людей, которое как бы и не молодое, и не старое, середина. Не хочу обижать, заметьте. Но порой бывают вот такие вот казусы. Порой нарываешься на вот это и не понимаешь, что перед этим смотрел человек. Вот 100% мне кажется, что он смотрел телевизор. Телевизор он смотрел, потому что оно такое только там могут показать, вот это кутюрье. Он посмотрел, увидел это, впитал зомбоящик ему в мозг. И он пошел и пришил на спину карман. Это просто жесть, это ужас. Вот такие моменты бывают в жизни. Так что, товарищи, люди, не надо этим заниматься. Это, это дурость. Это я не знаю, как еще назвать. Это просто от нечего делать. Пришил карман на спину. Ура, блядь. Маленькая ситуация, и я заканчиваю. Эта женщина, допустим, курит. Там в кармане, в заднем, у нее есть пачка сигарет и зажигалка. Захотела курить, идет по городу. Молодой человек, достаньте, пожалуйста, сигареты и зажигалку из моего кармана. Молодой человек сначала не понял, полез сюда вот искать карманы, не нашел там карманов, а она к нему спиной. Там, говорит, дятел. Ему женщина, у которой карман на спине, говорит молодому человеку: дятел. Это маразм. Это просто вот в натуре. Это маразм. Это зомбоящик
превратил эту женщину в маразм. Ну, как-то так. Чуть-чуть, конечно, по-другому. Ну, какая разница? Это маразм. Это нехорошо. Карман на спине. И неплохо, и нехорошо, как бы. Вот так будет, точнее. И неплохо, и нехорошо, но больше, чем нехорошо. Карман на спине. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, комментируйте этот видос. Пока. Носится как стрекоза, шустрая, быстрая яга.